Бывшая супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на заявление Ксении Собчак о том, что женщинам в возрасте 40+ нельзя сниматься без одежды. 44-летняя Екатерина Солоценская высказала мнение, что женщина в любом возрасте может чувствовать себя сексуальной. Мама Лизы Песковой опубликовала на своей странице в Инстаграм два откровенных снимка. Полностью обнаженная Екатерина позировала в ванне. Женщина в полутьме тянулась к свету, пробивающемуся сквозь окно. Кадры получились завораживающими. Разделение женщин на возрастные группы и степени дозволенности в поведении либо в манере одеваться – отличительная особенность России. Все восхищаются 80-летними француженками, элегантно прикуривающими в парижском кафе и закидывающими ногу на ногу в юбке значительно выше колена. Но такая же дама в любом городе нашей страны вызовет нездоровый ажиотаж многочисленных блюстителей нравственности, водящихся в изобилии на наших просторах, отметила Солоценская. Она заверила, что взрослый человек может делать то, что считает нужным, пока это не мешает остальным. Экс-жена Дмитрия Пескова заявила, что она против крайностей, а также лицемерия. «Меня удивляет, когда на российских телеканалах, показывая картины великих мастеров, стыдливо размывают место первичных половых признаков мифологических героев, но при этом с удовольствием демонстрируют концерты так называемых «звезд российской эстрады», хотя именно внешний вид, поведение и тексты песен многих из них – это то, что может серьезно повлиять на неокрепшую психику детей, а никак не оголенная грудь девушки с картины эпохи Возрождения», – написала Екатерина. Ее поддержали многие фолловеры. Одна из пользовательниц сообщила, что ей нравятся красивые фотосессии, с идеей, стилем, цветом, мастерством моделей и фотографа, а не просто снимок из серии «Вот моя попа». И тут неважно, сколько лет участникам проекта, добавила Катерина Иванова. Согласна полностью. Но хорошая фотосессия стоит денег, а просто попу сфотографировать дешево и сердито, ответила ей Солоценская. Она в 18-летнем возрасте вышла замуж за Дмитрия Пескова. В 1998 году у супругов родилась дочь Лиза, а затем сыновья Мик и Дэнни. В 2010 году Песков познакомился и увлекся фигуристкой Татьяной Навкой. Через два года он развелся с Солоценской. В последние 7 лет Екатерина живет с сыновьями в Париже. Лиза Пескова также несколько лет прожила в столице Франции, но потом вернулась в Москву. В этом году она поступила в МГИМО. Лиза часто сравнивает менталитет французов и россиян. Инстаграм-скандал с обнаженными фотографиями 40+ возник после того, как Ксения Собчак заявила, что не приемлет такие снимки. Телеведущую потроллили многие светские львицы – Светлана Бондарчук, Анна Седокова, Наталья Подольская, Дарья Поверенного и другие.